Анонс и точно дата выхода шестой серии нового турецкого сериала «Сказка острова». Шестая серия сериала выйдет в эфир 20 июля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Пойраз успел привыкнуть к Хазиран, но он был готов к тому, что она его бросит. Пойраз сказал Хазиран, что насколько быстро она сотрет его из своей памяти, так же быстро и он это сделает. Хазиран познакомилась с мэром острова Латифаном Сагламом, который, как оказалось, был знаком с ее матерью Зейнеп. Идиль рада тому, что Хазиран покидает остров, и она пообещала Пойразу, что поможет ему с управлением отеля. Сальма заметила, что Хазиран совсем не хочет уезжать с острова. Нихир также считает, что Хазиран приняла решение в спешке, но если она сейчас уедет, то больше не вернется. Когда Хазиран прощалась с Пойразом, то ждала, что он ее остановит, но этого не произошло. Хазиран оставила для Пойраза прощальный подарок, и это была кружка, внутри которой находилась записка. Она просила Пойраза почаще улыбаться и навести с посетителями себя так, как этого делал он с ней. Друзья все построили так, чтобы Хазиран опоздала на пароход, но Идиль подоспела и скорее доставила ее к причалу. Пойраз понял, что он не может отступить Хазиран, и ему удалось успеть на пирс до того момента, как катер не уплыл. Он сказал долгожданные слова Хазиран. Сельма, Хазиран, Пойраз, Нихир и Херкем сидели за столом. Неожиданно в дверь постучали. Когда Зейнеп вошла в дом, то для всех находящихся там ее визит стал большой неожиданностью. Напомним, шестая серия сериала выйдет в эфир 20 июля. Если вам нравится сериал и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.